Добрый день, меня зовут Денис Пьянов. Позитивнее надо что-нибудь сказать. И сейчас вот я начну так, потом... Ой, по-другому! Добрый день, я артист Денис Пьянов. Я артист этого театра, театра Комиссаржевского. Веры Федоровны Комиссаржевского. Веры Федоровны Комиссаржевской, в которой я имею честь служить, в котором я имею... Еще раз. Я сейчас прямо это скажу. Мы находимся в репетиционном зале. Здесь я вам тоже скажу. Можно? Репетирую Шекспира, Гамлета. Давай еще раз. Так, сейчас. Что еще сказать? В принципе, все. И все будет красиво.